Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в очередное прохождение крутой карты. Это, ребята, симулятор хирурга. Кто помнит, мы уже давненько проходили вот такую карту, где мы делали операции различным пациентам, но карта была недавно обновлена, то есть к праздникам, к Новому году, Рождеству автор все-таки решил сделать некоторые обновления. Поэтому сейчас, ребята, вы сможете найти на 3 пациентов больше в этой карте. И сегодня, ребята, за одну серию мы всех прооперируем с самого начала, с самого первого пациента к последнему и плюс 3 бонусных, которые были добавлены совсем недавно. Ребята, если вам понравится такое видео, если вам понравится прохождение карты, то я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что я увижу то, что вам действительно нравится такой формат, такое прохождение и вообще мои видео, то, ребята, я даю вам слово, то, что как только мы наберем 1200 лайков, то в первую очередь я сразу же выпущу следующее видео, независимо. Просто для своих любимых подписчиков я сразу же выпущу любое видео, потому что, ребята, как только набираем 1200 лайков, я выпускаю сразу новое видео. Поэтому, ребята, это специально для вас. Также я в описании оставлю ссылочку на эту карту, поэтому вы также сможете зайти поиграть не только сами, но со своими друзьями. Я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, потому что каждый подписчик мой друг. Да, ребята, а мы приступаем к самой карте. Что мы будем делать? В первую очередь, смотрите, какая у нас тут крутейшая елочка появилась, ребята. Крутейшая елочка с всякими подарочками. Кстати, вам не очень тихо слышно. Если да, то, ребята, извиняюсь, я сейчас немного погромче сделал. Ну что, ребята, старт Surgeon Simulator, симулятор хирурга. Сюда ступаем, и вот, ребята, мы в первой комнатке. Добро пожаловать в симулятор хирурга апдейт 1.6. А что у нас нового? Тут у нас есть инструкция, информация. О, кстати, давайте возьмем костюмчик доктора. Вот такой у нас. Что у нас появилось нового? У нас появился магазин. Да, ребята, у нас появился магазин, где мы можем покупать различные нам предметы. То есть у нас сейчас задание купить скальпель и деревянную кирку. Давайте купим скальпель. Знаете, за что мы будем покупать нужные нам предметы? За уровень. Сейчас у нас 4 уровень. Мы платим 2 уровня за скальпель и 2 уровня за деревянную кирочку. Тут у нас есть мусор, куда мы можем выкидывать ненужные нам части человеков, да, когда мы же сделаем там операцию, что-то отрежем, то мы туда сможем выкинуть Bone Breaker. Тут у нас, ребята, есть небольшой паркурчик. Если мы его пройдем и дойдем вот туда до конца, ой, если вы все-таки сможете туда дойти, то вы тут получите, вот, если вы сюда сможете запрыгнуть куда-то, то вы получите один уровень бесплатно. И так вы можете накопить этот уровень, связать, то есть накопить больше уровней и купить себе нужные предметы. Ну ладно, ребята, не будем больше тянуть, давайте перейдем к самому уровню, самой игре. Первый уровень. Ага. Да, все нормально, мне просто тут написано то, что пожалуйста, включи нормальную сложность. Что нам нужно? А, ребята, мы уже проходили эти уровни, я еще расскажу. Я специально для вас, специально со своими подписчиками пройду этот уровень. Что нам нужно? Visit the Surgeon Shop. Нам не нужно его больше отведывать. Мы уже проходили этот уровень. Как я знаю, у нас тут есть сердце. Вот так. Нам нужно его сломать и быстренько поднять, чтобы оно не упало на Redstone схемы, они где-то вот там. То есть, чтобы оно туда не провалилось, нам нужно его поднять и поместить вот сюда. Place the heart here. Все? Разместили? Поместили? Да, ребята, первый. Это что за... Это что за монстр? Какой-то. Это мы операцию Бабе Яге делали еще кому-то. Второй уровень. Умирающий рыцарь. Ребята, нам нужно сделать операцию умирающему рыцарю. Что нам нужно? Что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно остановить кровотечение. А, давайте быстренько сломаем. Быстренько сломаем. Сломаем. Это поднимем. Все поднимем. Это тоже сломаем. Это тоже все поднимем. Что нам нужно? Это все забрать. А, Blood Cars, Red Wool. Это нам куда нужно поставить? Ребята, у нас есть, тут есть сундучок. Это у нас таблеточки, которые, по идее, нужно разместить вот сюда. Да, плюс 3 XP.
Да, мы выполнили второй уровень. Загружается следующий, третий уровень по счету. Я, если честно, не помню, кто у нас сейчас будет. Давайте посмотрим. Ага, ух, точно, мы оперируем робота, который сломался. У меня там за окном машины ездили, я закрыл окно. Ребята, извиняюсь, если вам было слышно, но думаю, ничего такого страшного нету. Будь осторожен, ты можешь сломать систему робота. Да, мы поняли. А ну давайте пойдем сюда, мы можем тоже что-то купить. Можем, но я не знаю, нужно ли нам это. Мы уже себе можем купить железную кирочку. Еще два опыта, и мы сможем себе купить алмазную. Это очень даже круто. Ну что, ребята, начинаем. Третий уровень, как можно быстрее пройти, для того, чтобы как можно быстрее дойти до трех новых пациентов. Левел 3, что нам нужно? Look at this is... Look at his system, то есть посмотри на его систему. Это выглядит как Windows 8. Ну ясно. Нам нужно, если честно, я не помню, что нам нужно. Я не помню, что нам нужно. Robot System, ага, вот тут она. Это давайте все вот сюда поместим. Вот так, давайте еще раз прочитаем. Ага, я вспомнил, ребята, то есть нам нужно разместить нужные блоки на нужные цвета. Допустим, вот этот блок нужно разместить вот сюда, значит, мы должны вот сюда стать. Да, замечательно, это включено. Нам еще нужно разместить вот так и вот так. Все? Да! Затащили каточку. И сейчас у нас четвертый уровень на подходе. Что нас ожидает? Что нам нужно сделать? Найди нужное место для того, чтобы разместить сердце. Будь осторожен, этот клоун опасен. Клоун? Клоунишка какой миленький, миленький. Где ты опасный? Ты никакой не опасный. Разве что у тебя глаза немного такие злобные, черные. Но все же. Так, сначала давайте возьмем сердце. Да, вот оно. Вот оно, ребята. Давайте прочитаем, что нам нужно сделать. Я не люблю клоунов, но он наш... Тут даже так написано. Я не люблю клоунов, но он наш пациент. Он нуждается в нашей помощи. У него нету сердца, и нам нужно взять донорское сердце и поместить его в нужную... в нужный нам блок. Ага, мне кажется, вот тут. Какого жопа ТНТ? Точно! Все же, да, нам действительно писали то, что будьте осторожен, потому что этот клон может быть опасен. Но все же, ребята, мы прошли, хоть он и взорвался, но мы его спасли. Пятый уровень, Херобрин. Ух, тебе нужно закончить змею, редстоуновскую змею и убить всех вирусов в теле Херобрина и найти выход с лабиринта. Офигеть! Офигеть, ладно, начинаем, ребята, что нам еще остается делать? Здравствуй, Херобриша, приветики, какие глаза у тебя красивенькие. Нам нужно, по идее... Ага, сейчас, нам нужно взять, дайте выбраться вот сюда. Нам нужно закончить, вот, да, вот сюда. Редстоун, замечательно, Херобрин, ребята, вы хотите помогать Херобрину? Херобрин же наш враг, ну ладно, давайте так и сделаем исключение. Ух, твою мать! Я и забыл вирусы! Все? Сейчас уже, мне кажется, действительно громко было. Ну, вроде все. Какие там звуки? Ага, и теперь найди нажимную плиту. Если бы я знал, где она. Нам, наверное, нужно было какой-то меч купить. Нажимная плита, где ты прячешься от нас, не прячься. А нам нужно было это ломать? А мне кажется, она где-то... Да хоро звуки всякие издавать. А где наша нажимная плита? Мне кажется, я ее сломал случайно. А, вот она. Ага, подожди, это не конец. Сейчас ты должен найти выход с лабиринта, который находится в теле Херобрина.
Офигеть, если бы я помнил, как нам найти выход, я бы нашел очень просто, но, к сожалению, я не имею понятия, куда нам... А, вот сюда. Наверное, вот сюда, потом... потом вот сюда, потом сюда, сюда, сюда. Что-то уже есть какой-то прогресс, ребята, есть уже какой-то прогресс. Мне так кажется, вот сюда, вот сюда. Куда-то мы сейчас забродим, зайдем. Я не знаю, сможем ли мы вообще оттуда выбраться. Но пока что. Вот он. Нажми на кнопочку. 5-й уровень выполнен. Да, ребята, выполнен. Круто. А перед тем, как... Ух, пришелец. Перед тем, как продолжить, давайте купим себе хотя бы хапчик какой-то. Стэк. Да, давайте стэк купим. Diamond chestplate, wooden sword, iron sword. Ребята, может алмазненький меч себе купить? Как думаете? Давайте сначала железный. Почему? Зачем нам тратиться? Ну, самое главное, действительно, нужно покушать. Давайте еще купим. 9 уровней, в принципе, нормально. Вот сюда. Ну что, мы можем дальше продолжать. Вот так. Что нам нужно сделать? Возьми кирку и найди рычаг. Ударь по рычагу и потом найди 2 редстоун. И потом у тебя есть 2 редстоун блока и размести их в коробку. Тебе нужно найти 2 редстоун блока и разместить их в коробку. Ну, кирка у нас есть. Она, конечно, почти сломана, но все же я надеюсь, что мы сможем пройти. Так, что нам нужно? Что нам рычаг нужно найти? Ух, ребята, где рычаг? Мне кажется, где-то тут посередине он должен быть. Да, вот он. Я еще помню с предыдущего раза. Ага, вот я нашел, да, и сейчас... Так, нашел. Сейчас нам нужно найти два редстоун блока. Я прав? Ребята, я прав? Напишите в комментариях, прав я или нет. Мне самому интересно, прав ли я или нет. Я не помню, где они, если честно. Главное не выпасть сейчас как-то с мира. Но где-то вот тут они должны прятаться 100%. Только где именно, я не могу знать, ребята. Я не знаю, может где-то... Ребята, как вы думаете, в какой части прячутся вот эти редстоун блоки? То есть, где мы их сможем найти? Вот, первый нашли. Я надеюсь, что мы его сможем сломать. Да, первый нашли. Второй пошел. Где второй у нас может быть? Ага, если мы первый нашли где-то тут, то мне кажется, где-то тут и второй должен быть. Что-то в подобном экземпляре. То есть, спрятанный. Вот, да, как я и ожидал. И давай, быстро! Нужно все-таки было, наверное, себе получше кирочку купить, а то видите то, что это не совсем хорошая. Не падать. Давайте вот это выкинем, офигеть. А, вот почему нам там сделали мусорку, да, чтобы выкидывать эти все вещи. Вот это сюда. Ага, хорошая работа. Сейчас забегай в рот пришельца, ребята. Мне кажется, этот рот какой-то не очень дружелюбный, но все же нам нужно туда забегать. Будь осторожен тут. И ты внутри... Ай, ты внутри тела пришельца. Убей всех монстров и подожди, пока дверь откроется. Тоже вирусы? Как-то много этих вирусов. Ай, скелетон! Скелетон. Убили еще вот этого. Space Worm. Космический. Не знаю, космический червяк или кто это. Все, мы прошли. Круто, прошли. Давайте выходим. Да, 6-й уровень выполнен. Нам дали плюс 4 опыта. Вот сейчас, ребята, мы можем действительно купить себе даже алмазненькую. Ну, давайте купим. Почему бы и нет? Это мы можем выкинуть. Это выкинуть. Тут у нас куча шерсти, я не знаю, будем ли мы ее коллекционировать. Ну, пускай будет. Вот так. Вы готовы, ребята, продолжить? 7-й? Да, 7-й уровень. Мозг Гомера, да. Найди рычаг, ударь по рычагу, найди мозг, ударь. Найди мозг, ударь мозг. Найди нажимную плиту и...
нажми на нажимную плиту. Ну, короче, в стиле Гомера Симпсона. А, здрасте. Что нам нужно делать? Я, конечно, помню, но все же. Гомерушка. А что у нас тут? Что это? Бутылочка? Водяры? Ага, красное вино. Красное. Сколько... А, это нам подарочек на... Спасибо, спасибо. О, а давайте... А давай, ребята, вы хотите одеться? Сейчас мы больше... Ой, нет, обратно, вернись, вернись, вернись. Сейчас мы больше не будем... Сейчас мы больше доктором не будем, ребята. Все, мы будем Гомером Симпсоном. Вроде все подняли, вроде все взяли. Вот это можно, в принципе, выкинуть, выкинуть, выкинуть. Еду лучше взять, потому что еда нам действительно важнее. Круто, взяли и потопали, ребята. Потопали, искать нажимную... Вот, вот рычажочек. Вот у нас рычажочек. А дальше что? Нам не нужно больше никуда падать. А это что такое? Ребят, что это такое? Да, хрень его знает, что это такое. Ух! А это какое-то спрятанное местечко. А что у нас тут? А, нет, это просто, наверное, вот такой... Ну, фиг его знает. Забрались, ну и круто. Ладно, давайте дальше потопаем. Мы нажали на рычаг. Но, по идее, рычаг нам не так уж и важен. Ага, вот куда нам нужно. Я только сейчас вспомнил. Привет. Привет. Мы в башке Симпсона. Самый большой мозг в мире. Нажимаем. Ты нашел мозг. Хорошей работы. Ну будь осторожен, там зомби. В голове. Ух ты, нифига себе, вы меня напугали. В голове Симпсона Гомера. Зомби. Все, убили. Ага, и сейчас ты должен найти нажимную плиту. Это очень круто. Давайте попробуем ее найти. Хоть я не представляю, где она может быть. А что я открыл? Или я эти двери открыл? Да, да, ага. Вот так, ладно. Вот она. Следующий уровень. Да, ребята, мы прошли 7-й уровень. Что нам сейчас нужно? Ребенок на пляже. Play the medicine on the right, then take a little from the stomach. Ага, what we use sponge. Ага, ага. Размести медицинский препарат в нужном месте. Забери все предметы с его желудка. И, если ты хочешь, ты можешь использовать губку на воде. А у нас есть губка предмет? Или оно нам автоматически выдастся? Мне кажется, что да. Стэк... Ладно, давайте, ребята. Это новый уровень. Это уже новые уровни. Да, ребята. Сейчас... Это что за... Это что за... Глупый Эдисон забыл выключить текстурпак. Но мне кажется, ничего страшного в этом нету. Все мы можем что-то забыть. А мы можем тут что-то... Командный блок. Ай, не умирай, не умирай. Что тут такое? Ага, да, все забрали. Типу-т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 ипу-
Все, выжили. Это самое главное. Нам, у нас даже было вот такое задание, то, что нам нужно выбрать все итемы, которые находятся в него в животе. Он, наверное, траванулся чем-то. Поэтому, ребята, сейчас нам нужно... Губка. А, вот для чего губку тут нам дали. Нет, это мы забираем. Для того, чтобы высушить всю воду, которая там находилась. Но мы справились, ребята. Мы хардкорщики, мы справились уже так. Сейчас нужно разместить медицинский препарат в нужном месте. А, у вас есть какие-то предположения, где мы можем его разместить? Но мне кажется... Да, ребрышка все мы поломаем ему. А мне кажется, где-то там. Где-то там. Потому что, ну... Во, все, нормально. Давайте еще раз сломаем вот это. Круто. Сейчас мы можем туда пойти. И вот так высушить. Ага, то есть это только вот так нужно.
Мы ему же в живот разместили, у него же там понос намечался. Поэтому мы вроде ему нормально разместили, но, как вы видите, что-то не то. Значит, я боюсь куда-то это поставить. Нет, не сюда. Сейчас мы ему во все места понатыкаем. Не тут, а что это за командный блок вообще? Не тут, да твою нафиг, а? Давайте вот туда разместим. Все? Все? Все, водички нету? Да! Во! Во! Прямо в рот. А-а-а, под язык! Под язык, ребята, только сейчас понял. Ага, ну круто, круто. 9-й по счету уровень. Что нам нужно сделать? Богиня природы, нифига себе. Тебе нужно скрафтить редстоун блок и разместить его в коробке. Круто, круто. Круто, круто, круто. А, давайте, ребята, что бы нам купить? Алмазный меч или Diamond Chestplate? Какие мы сейчас крутые будем. Ух, ребята, круто. Давайте дальше возвращаться. Редстоун. Ага, нифига себе. Информация. Как нам отсюда выбраться? Разместить редстоун блок тут. Круто. А как нам выбраться отсюда? Богиня природы, ребята. Богиня природы. Ух, какая ты красавица. Ну где нам найти? У нас, конечно, есть редстоун. Вот там какая-то кнопочка. У нас есть редстоун в предыдущих еще миссий. Ага. А где нам скрафтить? Редстоун блок, в принципе, мне кажется... Нет, он же крафтится так вокруг, он же крафтится в верстаке. Если он крафтится в верстаке, а мы можем тут сделать верстак? Да! Это же богиня природы, ребята, тут же и дерево есть, тут все есть. Выкинем хоть что, нам, если честно, не так уж и важно. Это сюда, это сюда, это сюда, и вот так. Редстоун блок, и ставим его в нужное место. Бум! И сейчас поцелуй богиню природы. Ну давайте чмокнем, засосемся. Да! 9-й уровень выполнен. Ребята, это сейчас у нас будет последний уровень обновленной карты Sergeant Simulator. Симулятор, короче, симулятор хирурга. Что нам нужно делать? Давайте сначала выкинем вот этот весь хлам, а то он нам реально мешает. Вот так. Вот так. Все, покушаем. Покушаем. Еще покушаем. И сейчас пойдем вот сюда. А кто у нас? Мощь Гэндальфа. Мощь Визарда. Чародея. Что нам нужно? Нам найди и ударь нужную нажимную плиту. А как я узнаю, нужное ли это или нет? Это реально Гэндальф, ребята, я прям как угадал. Это реально Гэндальф. Или, ух ты, вино, вино и посох. И 10-й уровень с нужной книжечкой, которая нам придаст нужную информацию. Так, ух, найди и наступи, то есть ударь на нужную нажимную плиту. Мне кажется, мы не должны вот то ломать. Хотя, фиг его знает, ребята. Я не имею понятия. А тут может что-то внутри быть? Есть какая тут плиточка, но я не знаю, нужная ли она. Всё. Ага, вот. Что там еще горит? Ага, то есть когда мы нажимаем на нифига себе! Когда мы нажимаем на неправильную нажимную плиту, то тогда спамятся различные монстры. Скелеты в золотой броне. Офигеть просто. Офигеть. Но если это... если эта нажимная плита была неправильной, значит нам нужно продолжать свои поиски. Мне кажется... Нет, тут ничего. А может в рту? Во рту? Тут что-то действительно есть. Нет, это просто мы залезли в башку Гэндальфа. Нет, ребята, мы не туда залезли, куда нужно. Скальпель. Гэндальф, извини, мы... Ну, зря мы вообще купили этот скальпель. С помощью этого скальпеля мы тебя вообще на части разберем. Может тут? Нет.
дырку в теле сделали. Может тут еще одну дырку в теле сделали? А, ребят, я не представляю, может у тебя что-то другое болит, Гэндальф? Скажи нам, поделись информацией. Может у тебя мозги болят или глаз, фиг его знает, ребята. Ребята, предположения, говорите свои предположения, где может быть эта нажимная плита, потому что я не имею понятия. В центре мы сломали, по идее, может тут... А может где-то... Пока мы найдем нужную... Вот она! Я надеюсь, то, что она... Да! Хорошая работа! Но этот визард очень опасный. О нет! Он использовал какую-то специфическую магическую силу, и сейчас он тебя телепортировал в магический, в магический мир. Зараза, мы его спасли, а он нас телепортировал. Добро пожаловать в магический мир! Там только один выход. Найди... двери и найди 4 ключа от этих дверей. И только потом ты сможешь покинуть это магическое место. Хорошо, что мы вообще купили вот эту броньку алмазную. Это, если честно, уже хотя бы немного радует. Вот какой-то что-то тут есть. Jump up. Gate K1. То есть мы нашли первый ключ. Что-то в этом роде. Мне написано прыгай. Ну я прыгаю. Еще один что-то. Gate 3. Hit the pressure plate. Это круто, но только я не вижу. Ага, вот. Сейчас я понял. Я понял, ребята. Я понял. Третий ключ разблокирован. Нам еще 2 ключа нужно найти. Все. Вот тут, что тут было? Что тут было и что нам тут нужно сделать? Как я понял, jump up, то есть запрыгни наверх. Вот сюда. Ух, как я люблю прыгать, ребята. С меня такой паркурщик, как с бабы Зины, порно-актриса. Ну, ладно. Так, сейчас, вот сюда. А дальше куда? Вот, что-то тут есть и что-то тут есть. Но как нам туда забраться? Может, вот так? Вот, как нам туда забраться. Push the button. Ладно. Не зря же нам эти блоки дали. Так. Потом отсюда выбираться. То есть, смотрите, если бы мы сейчас не купили нам нужные предметы, то мы бы и так не смогли сломать этот блок, и мы бы тут застряли. И мы бы отсюда вообще никак не выбрались. То есть, вы видите то, что оттуда выхода нету. У нас еще... Нам еще нужно найти 2 ключа. Мне кажется, в конце будет босс какой-то, или мне действительно кажется. Что у нас тут есть? Лук и стрелы. Shoot the button. А где кнопочка? Вот он. Ребята, я тут что-то вижу. Я тут что-то... Види какую-то кнопочку. А может это от этого уровня? Нажми на кнопочку на вершине этого паркура. Опа! Твою мать. А мы, наверное, только можем нажать деревянную кнопочку. Если нам написано «попади в кнопку», то где она? Может, она где-то... Да! Я забыл. Это, ребята, факт Майнкрафта. То, что вы можете попадать с помощью стрелы и нажимать кнопочку только деревянную. А каменную, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Опять паркур? Твою мать. Твою мать, ребята. Если вы мне будете советовать проходить какие-то карты, пожалуйста, пожалуйста, пощадите меня. Никогда не советуйте паркур карты. Потому что паркур из меня, к сожалению, никакой. Вот так, да? Вот так. Сейчас. Вот туда. Ладно. Вот, ребята, я забрался. И давайте мы будем нажимать на кнопочку. О, отличная работа. Врата Гэндальфа открыты. Чего ты ждешь? Иди в эти врата, ты свободен. Что-то мне кажется, или все-таки вот этот Гэндальф на нас нападет. Или мы действительно скроемся. Да, 10-й уровень выполнен. Круто. Спасибо тебе за то, что ты скачал и поиграл в эту карту. О, ребята, если ты хочешь больше уровней, жди
следующего апдейта. Да, ребята, то есть вы видите то, что будет следующий апдейт этой карты, где мы встретим еще больше и больше и больше и больше и больше всяких различных крутых пациентов. Кто знает, кто будет следующий? У нас уже был Гомер Симпсон, у нас уже был инопланетянин Гэндальф, ребенок на пляже, Херобрин и, в принципе, многие другие. Ребята, я еще расскажу, как только мы наберем 1200 лайков, то я оставлю ссылочку на эту карту в описании. Вы сможете зайти ее и скачать без всякого труда. Ну и просто, если вам понравилось это прохождение, если вам понравилась эта карта, если вам понравилось видео, то, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Секунда, несчастная секунда, чтобы поставить лайк. Но ты действительно сможешь меня удивить, потому что чем быстрее мы наберем лайки, тем быстрее выйдет новая серия. Я даю вам, ребята, свое слово. Да, каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если ты подпишешься на мой канал, если ты этого еще не сделал. Кнопочки ты знаешь тут в уголку, под видео. Пожалуйста, я тебя действительно этого очень сильно прошу. Ребята, к сожалению, мы сейчас уже будем заканчивать. Серия подходит к концу. Я вам поставил вот тут тортик. Да, ребята, скоро у нас Новый год. Я поставил тортик для того, чтобы мы все дружной компанией сели за стол и покушали этот замечательный тортик. Но, ребята, я еще раз хочу вам сказать большое спасибо за то, что кто досмотрел это видео до конца. Еще раз скажу, ребята, всем удачи, всем пока.